Этот проект организован при поддержке Фонда возрождения национального культурного наследия имени Шукшина и гранта президента страны. 10 дней современные художники, в основном московские, провели на родине Василия Макаровича в Сростках, наблюдали за местными жителями, их привычками и поведением. На основе этого авторы и создали свои произведения искусства. Сложно воспринимать видео, аудио, звук или какие-то там медиа-вещи как произведение искусства. Но оно так и есть на самом деле. Да? Такая современная выставка в Барнауле, возможно, будет не совсем понятна, но для этого мы ее перевезли. Фотохудожник из Новосибирска Евгений Иванов был для сростенцев нежданным гостем. Он заходил в дома местных жителей с порога, просил их ничего не убирать и не переставлять. Делал панорамные снимки и после оформлял их в своеобразные абажуры. Евгений придумал такую вот историю, чтобы мы, когда эту выставку смотрим, на его панораму, как будто бы оказывались в этом доме. «Шукшин. Палитра героя». Эта выставка уже побывала в Санкт-Петербурге и Уфе. Впереди Москва, Новгород и Красноярск. Напомним, сейчас экспозиция работает в Барнаульской галерее «Республика ИЗО». Вход свободный. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.